Доброго всем! Сегодня к нам в руки попала новая головка бука цилиндра Volkswagen 2.0. Посмотрим на ее основные характеристики. Здесь мы видим, что, как обычно, заводская фрезеровка, достаточно такая крупная. Глянем, померяем, измеряем фаски на седлах клапанов. Мы видим, что фаски на седлах широкие. По итогу замеров они казались разными. На выпуске 2 мм, а на впуске 1,6. Проверим на разряжение. Расставим по местам клапаны и вакуум-тестером промеряем разряжение. Как видим, оно находится в нормальном, максимальном состоянии. Теперь лично меня заинтересовало, какова соосность между втулкой клапана и седлом клапана. Собираем наш прибор для измерения биения и делаем несколько кругов. Об этом приборе мы уже как-то раз рассказывали, ссылка на то видео будет в описании, и сейчас эта ссылка появится вверху. Итак, биение составило 2,5 сотки. К слову, а кто знает, какое оно должно быть, каковы его пределы? Я специально этот размер не говорю в видео, интересно узнать у вас. Кто-то этот допуск знает, напишите в комментариях, а я обязательно позднее публикую в комментариях эти цифры. Продолжим наше изыскание. Теперь я посмотрю на зазор во втулке клапана от ножки нового клапана. Выставляю метромер по размеру нового клапана и провожу измерение. По всей длине этот размер составил 32-33 сотки. Промеряем вылет втулок. Этот размер на впуске и на выпуске одинаков, 14,5 мм. Промеряем вылет клапана. Самая интересная и нужная для нас величина. Итак, круговую он составил 37,5 мм. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок.